Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в подведении итогов конкурса кормушек для птиц «Поможем пернатым друзьям», которое прошло в Доме культуры и спорта «Максимум» в рамках партийного проекта «Чистая страна». Самому младшему из участников всего 3 года, а самому старшему – 87 лет. В ходе конкурса было изготовлено порядка 25 оригинальных кормушек.